Если драка неизбежна, нужно пить первым. Анекдот. К Бадяну, когда он еще малолетка, был типа пея подвалил. Ну и гутарик. Я либо могу дам по жизни, а ще чумовый. И память такую, бля, как у ботана в натуре. Либо ты будешь правильным пацаном делать. А я его типа спрашиваю, ну чё? А он мне, ну чё-чё, я не помню чё. Бля, я маслину поймал. Выручай! Я копыта двину! Давай. Через не можу. Через ще трохи. До кінця. І ти будеш чемпіон. Баклав! Панікду! Подходить пацан к бары. А, гранату за п'ятерку надо? Чую, бля, ну ти гоняш. Давай! На, держи! А от за кольцо гони 200. А ну-ка помацаем, кто у нас тут? Дави отвальную, Прайм! Лежи, лежи, ща я тебя подлутаю. Ну, подорвали, пацаны! А, ща мы вам, арабы недотеленные! Ух, блядь! Дави отвальную, Прайм! Анекдот! Значит, поцеловались конкретно в зоне две точилы. Из одной сталки рвали, с другой. Короче, пошли тут терки, разборки, махалово конкретно. А контролер на нычке сидит и лыбу давит. О, зашибись! Ща поляна накроется. Не стыдно и братанов чисто на хазу позвать.